Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц. Ставка выросла с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Закон разработан по поручению главы государства и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми заболеваниями. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Новости».